Невозможно представить цивилизованный мир без специалистов в белых халатах, и было бы совершенно несправедливо отрицать титанический труд медицинского персонала, который ежедневно борется за здоровье и жизнь больных людей. Под окнами Химкинской областной больницы артисты из ансамбля «Патриотов России» совместно с представителями Дома культуры «Контакт» праздничный концерт организовали для врачей и пациентов больницы. Повод самый что ни на есть весомый – день медицинского работника. На всю улицу звучат теплые слова и песни о главном для тех, кто сейчас находится на передовой борьбы с эпидемией. Пришли мы сюда для того, чтобы поздравить всех врачей и весь медицинский персонал с наступающим праздником, с Днем медицинского работника. Понятное дело, что сейчас очень тяжелый этап пандемии опять, но хочется пожелать все-таки не очень тяжелых пациентов самим сохранять свое здоровье, и чтобы все было хорошо. Как отметили артисты, с подобными концертами они планируют посетить и другие медицинские учреждения округа.